Ожидаем приказаний. И чё вы сюда сели? Я на первую точку. Они все с нами. Я бы пометили. Ну потому что, блин, некуда садиться. Ну я буду не садиться. Можешь мне на колени сесть. Ну подожди. Привет. Саплай. Я тут. Ты минометчик. Да. И что, мне сразу надо брать поэтому? Пацаны, пацаны. Смотрите, у меня скин появился. Что, смотрите. Да, патроны подвозить чем? Видели скины в игре? Выйдите, погляньте. Садитесь, блядь, в натуре скины. Охуеть, скины. Смотрите, калаш со скином. Блядь. Скин, скин. Смотри. Смотри, смотри, вот я на КамАЗе стою. Развернись, блядь, смотри. Надо реально скин. Вау. Скин. Вау. Смотри. Бля, купил. Сайт же есть. Не шевелюсь, давай скрин быстрее, только не трогай. Охуеть, да? Сдал. Да? Я тебя на стрелочке высажу. Что происходит? Я не знаю. Раньше это устоило задрочить. Хвастался. Да, бля, реакция некоторая. Реакция некоторых синяков, типа, ооо. Ну, сейчас такого не было. Ебать. Вчера чел просто пытался взять этот скин на коробке с патронами. Изверги просто. Издевайтесь над малолетними. Над инцами. И нет склада. Статус. Бля, жалко нету статистики, как в Battlefield. Боже, это было бы великолепно. На каких китах ты играешь? Твой КД? Не чисто в личном кабинете, да, можно было более ночью. На госуслугах, блядь. Это не Мелсинна. Блядь, да. Самое дальнее убийство там. Самое дальнее убийство, на технике украшали. Там, на высшем бы... делали себе на одежде, сколько... Если бы они сделали статистику, они бы сделали статистику в очках, сколько ты саплаек разгрузил, сколько бы ты там... Ну, короче, чтобы вот синяки хвосты с очками, как они бы считали. А главная ачивка от ZDF и 5 гигафоб на Егорьевке аэропорт. Сейчас захватим. Пожалуйста, не ехать. Там в статистике 2000 часов на миномете, там такая длинная, короче, это... линия, и все такие по чуть-чуть. Я вдоль забора пройду. Там Свят играет. МР. Свят по-русски. Это кто? Мистер Свят. Че, охуел? Суплайка доехала в восточный компаунд. Внутрь. Не-не-не, она не может туда заехать, ты ошибаешься. Внутрь. Лол. Из брони пикает. Все равно ты ошибаешься. С браво будет. Кидай тогда карандашчик. Вот так. Давай. У меня нет карандаша. Серьезно? Там и нет карандаша. На supply хешку кинул. Пиздец. Там еще дым кинули. Блять, снайпер, ёпка. На юге снайперы. Под боссами, блядь. Из дома смоки летят. В доме минус два. Снайпер браво, коцанный в говно. У них что-то проехало еще по югу. Мраб про югу проехал. Снайпера не нашел, кипер. Всех убил, кроме снайпера. Вижу. Я убил его, возможно. Вот он, вот он, вот он. Ползает. За маленькой стеной, да. За лэпа, маленькая стена. Обоцай. Уполз. Выехал. Пугай его, пугай. Он в дом заполз.
Он под стенкой был. Ты пропустил его, стрелку я кинул. Куда ты смотришь? Юг. Смрап похерачит. Убил, блядь. Не туда досмотрел изначально. Возит прав. Восток. Все, пивотнулись. Опа. Что? Еще один. С юга был, я же говорю. А я лежа в себе есть. Блять, снайпер опять нахуй на юге, вы что издеваетесь? А меня не могу найти. Это смрампаунд, да, ёбай забор. Либо умер, либо хит. Маленький забор. Стрелка. Я чё нахуй, цель номер один, ты снайперов хочу? Я в первую очередь, я для РПГ. Позицию. Да ладно, чего вы все туда пошли? Там один снайпер был. Кто скорее всего отъехал? Какой-то труп валяется на дороге. Но это не похож на снайпер. Пойдем, сырник. Слышу. Мамочки. Снайпер убит. Подтверждаю. Хуя. Убит, подтверждаю. Хорошо, Олег дал. Сам того не знаю. Пс, парень. Блять, это раз. Почему? Next. А, Сумари. Ну, белая, а там бала. Стрелка бегут с севера. Прям прям. По югу сапла едет. А это мраб. Что? По югу мраб седьмой, не принимай. Он половый. Половый. Да, фул мрап. Вместе с ним фуловая сопля. Да надо на юг. Где она? Южнее меня через дорогу. Где? Юг. Угу. Сладкий, все ты знаешь. Да, это наш. Чуть не убил. Соплавик. Это пехотка. Так, ну вроде я всех убил. Хорош. Надо проверить. Один ебал. Зачем мы сюда бежали за это? Не знаю, помогать. Проверять? Помогать проверять? Я ж проверял. Ждать убийства? Проверь. Девятый, если к тебе совлю подвезут, поставишь хаб? Мне? Что это? Моя граната. Девятый. Проверь что? Хаб можешь поставить на мизере? Они что-то... Я поставлю, я поставлю. Ну все, главное, что они тебя... Ладно. Да. Ой, Зей, ты умер. А, да. Остались типы в компаунде. Двое типы? Сапёры и какой-то жмых. Да. Убил Асала? Еще один на крыше, Скар. Чарли. Лёг. Не мраб, на мосту чуть-чуть. Я заряжу его. Нравится. Ой, в упор! Еще.
Разменял скар. Блять, испугался. Я испугался, пиздец. Господа, взорвали 2 сопли, раскопали 1 хаб, на себя стянули 1 раб. В принципе, делаем игру пока что, что можем. Сейчас поедем 2 хаб раскапывать. Ты стримишь? Ну, запись есть, да. А сюда не идет. Он вытек, суки. Ну, видите, нельзя прошли. Ну. И все равно не дропается, кстати. Так. Почему-то. Сколько до захвата лайвера в чарте? 9-й? 6-й? Че, вы кончили там? Да, вроде. Я он не могу молчит, слезть забора, я ловушку. Нужна стамина. У меня потом... А, 9-го нужно. Мне статистика, да. Мне статистика нужна, прыгай. Чего от меня надо прийти? Сколько до захвата? Вы сейчас на мост придете, увидите трагедию. Иди сюда, здесь. Секунд 20, а то и меньше, 10 даже. Ну ты будешь резаться, если не мне. Все. Убил медика из села и спас Тигра. Еще у меня. Можешь ты все ждать? Что происходит, блядь? Ты тоже был? Мужики. Я же стопсик. Я не знаю, может еще есть? Блядь, да, сидит. Живет. Шестой. Когда у тебя появляется сейчас вопрос, есть ли еще? Знаете, он всегда есть. Он всегда ждет. Еще и хэви. Короче, тут человек 9 точно, блядь. Машина играла в Тарков и забыл главное правило. Всегда есть еще один. Да-да-да. Не копай под себя, я думаю. Не, я принял типа в кусту за труп, который я тут просто намесил, они в кучу упали. Думал, это труп. ДРГ 9 человек, как все в полях. Рисует, браво. Сейчас граната, блин, граната. Я не вижу. Он убежал. На углу стоит Чарли. Работаешь его? Я не вижу, он спрятался. Ладно. Дай на машину. Хешку, или мне в лицо сейчас вот. Стоп. Чарли, возможно, убил. Скорее всего, живой, правда. Было пробитие там машин. Право должен жить. Стрелка бичит. Восток убил. Хорошо. О, третий. Забрал фраг из их. Я заберу его жизнь. Стрелка не забрал. Убил. Тут мертвый лад перезаряжается. Убор есть, восток. Блять, перезарядка. Он снаружи. Убил его. Хорош. Сплак услышал северо-восток. Армадис мне забирает урез или поднимать Питеру? Я сейчас поднимаю. Ты убил Броска? Да-да. Ты убил. Армадиска Алларесин. У меня сейчас фалафель поднимет. Нормально. Скажи ему нет, скажи ему фу. Девапусь. Я не то говоришь, не то говоришь. Хаб-стрелка. У нас пулик в спине вроде. Из конопли какают, из дырки. Да, пуля пьюк. Чё, подай мне на этом работать.
Можно метки? Метка хаба есть, стреляй туда. Все увидел сейчас. Какую вижу? Скар передо мной с забором еще. Где он дымит? Смотри, встал. Хит. Здесь он. Походу. Запушим? Да, он. Ой, восток. Мост. Вот здесь. Вижу. Я с юга пулю. Конопля типа в дырку, да? Восток убил. Еще есть. Высота пили. Вроде убил, право. Сел. Саплайку выбил. Минометы долетают, нет? Нет, не долетают. Не надо стрелять, все, перестань стрелять. У тебя плохо получается. Все, двух тут убил. Здраво. Я вытек от него. Пулик в спину стреляет. Хаб уничтожен. Угу. Ну, иди восток. Окей. Надо в точку вернуться будет. Да, убил в прыжке. Е-бой. Ру. На попе фарм стыл запад, ребят. Минус. Да-да, я направил своих. Левендер стоит, теряем. Много бегает. Нужен вот хил. Хватит их там нахуй. На Чарли очень много людей. Целых 10 сейчас убил, еще есть. Внутрь зашли. Право доходит. Угу, браво. Еще браво. Он может лег. Раскопали хаб, выше стоит. Вражеские подавили, походу, может заходить на этот. Там спаун. Да-да-да. Закрытый муравьюк, дорогу. Киньте хешку. Поле нужнее моего. Там минус 10 будет примерно. Восточнее Чарли, короче, хешку нужно. Пулик солсис. Патронов нет, нечем стрелять почти. Что там со стыком? Получается взять, нет? Бля, где-то на глазу пулемет. Убил пулемет. Ща патроны дам. А Чарли разрезаются, типа. Очень много. Ща я хешу туда дам. Не задымили? Ну, браво, за камня, по-моему. Камень ранил. Прямо ш... Южнее медикали. Красный. Я смотри, пехоты. Угу. Возле тебя. Спасибо.
какой-то снайпер там. А внутри в лавандере еще сидят дохуя. Ну как дохуя, чуть меньше, чем дохуя. Бля, насрали конец, я не знал. Маш, поднять, отойти на север чуть. А нет, еще есть. Ща. Там снайпер. Я могу нашу суплайку подвести. Как-то попробовать. Да не, я сейчас ральки. Может, с хаба покопать, если хочешь. Долг. Один еще минус компаунд. Попал, злей. Второй минус на зайти, и меня тут уже убили на здание север. Сейчас с хаба резнусь. Чуть-чуть. А, сюда мрак приехал. Ну понятно, забейте, я даун, передо мной тип с юга. Мраб взорвал. Че, нам с радио вставать или ждать? Да, нет, с радио. Ого, синяк спас. Куда работать? Миномет. Поставь метку. Фу, блин, восьмой у тебя стоит, это метка собирается поехать туда. Ну мы туда стреляем и стреляем. Я не знаю, попадаем мы или нет. Не могу делать подтверждение, у первого или третьего запроси. Не увезли суплайку. За камнем убил. Убил глаз. Сейчас мы начнем работать. 30 секунд стан догоню. Я проигнорировал снайпера. Еще я просто. Есть инфа по вражескому хабу? Нет. Восьмой. Примерно в этом компаунде. Голосток. Я в ДРГ. Буду фланговать. У восьмого нету никакой информации. Там поставили рацию, метку рации. Я туда работаю. Доклад каждый час. В доме кипер снайпер на лавендере второй этаж. Самое да, нихуя. Примерно метка, я понял. Снайпер? Я понял. Сейчас ему череп пробую, как стамин появится. А это, перестань миномет, пожалуйста, Смирочка, мы сейчас поедем, сейчас подаем на мрак просто. Потом хорошо, хорошо, принял. Ребят, да, есть разведка, есть авиаудар, сейчас дам, можно будет залетать на эстейт. А, хорош. Там только не на хаб, давай, мы сейчас сюда заезжаем, как бы. Не надо заезжать. Давайте лучше надо, я дам, потом хорошо. Вы заедете и все. Серьезно. Стрелки ролик скину. Да, подождитесь. Не-не, я четвертом, четвертом. Пока, подождите, вот там. На замыкайтесь, ребят. Удар. На хаб будет под эстрейтом. Цаплю взорвали там у спасуна хабчика. Уже работаем по долбоебам. На метке глаза второго хаб. Он снаружи торчит, если что. Хотел выкупать. Арту лучше пусти. Но... Ребята, куда? И удар сначала, да, у него? Что он проще был. Снайпер. Я посчитал. Жду плюс на стрелку. Бля, ебать, 5 змей в полях уже ползают. Отойдите ко мне, пожалуйста, я поставлю ролик, и мы дальше пойдем. Да, окей, сейчас. У нас тут просто проблемы были некоторые. С востока близко есть. Пошел и удар по хабу, ребят, готовьтесь. Кэмпи есть, Чарли. Точку куда? Полик минус, который стрелял на востоке.
готов. Снесен в ноль. Ищите рацию. Он в ноль, надо квартирные действия предпринимать. Веб-компаунд. Видишь, что ты не знаешь? Компаунд. Седьмой, четвертый, получается, вот так. Седьмой, семь, это на четвертом причины залетать на этот хаб. Четвертый на сервере пока что. Я понял, Я вижу с крыши, что по вам лупят. Четвертый, десятый, а первый. Подключайтесь туда. Первый этаж, снайпер. Кем, блять? Там три. Я все вижу, что вот он. Внутрь ко мне зашел. Убил его, да? Убил его. Хороший. Зла тут. Копи фармы не пройдем, кстати. Я вижу, как каски появились. Это я убил. Блять, дырка кончена. Второй этаж есть, восток. Триггер. Второй этаж вижу. Кидаю гранату в компаунд, скар. Ой. Закинул на второй. Как в Таркове я умею. Назначен новый командир. Если мы работаем как в Таркове, где моя фунгер ХК? Где-то у меня ХК. H12 для пацанов. ХК для узких. Медика не видали, мужики? Медика не видали? Не видели. Да, там, да, видели там. Меня кто-то подрезал мою сумочку с патронами, пока я валялся мертвый. Подрезал. Десятый, я нашел хаб, что-нибудь там. Выведем. DFY Валера. Нихуя себе. Может, ты видел сало, кто знает? В смысле? Пацаны, на мне хоба, на мне хоба. Тебе что? Блять, что за даун? Нахуй ты убил своего, объясни. Ты не, я ее потерял. Так с тобой. Блять, случайно, ты че ты нахуй взываешься, долбоеб? Мраб по нему ей. Пуш ты долбоеб, да, убил своего. Ну блять, если ты сразу. Я не еще живые на снеге. Ой, извини. Блять, случайно. Пиздец, блядь. Мраб горит. Выбил стрелка с мрапа. Держись, не гивапись. Давай, друг. Что-то мраб делит. Террористы. Со стрелком. И там же суплайка плохо. Юг! Меня с востока убили. Да, юг. Юг, юг. Суплайка! Лоу! Да, да. Юг побил. Да, кстати, с собой. Разнял гидра. В смысле страйкер? Страйкер, брат. А, это мраб, да. Назначен новый командир! Армадист, где там? Я иду на юг. Меня свой гранат убил. Так, мы сейчас будем по ферме работать. Может, аккуратно. Да, есть. Нам бы пехоту перебросить. Мраб здесь еще живу. Мраб убил.
На будущее правда надо не взрываться. А кто может на лодере может уже кинуть хабу? Чтоб. Сейчас попробую кинуть, сейчас. Мужик, блять, мужик, мраб браво катается. Короче, большой шанс, что фарм сейчас нас протрахают. Он, стой. Ты еще один. А, с браво, мужики, бегут. Говорят, попадание четкое, но по крыше. По крыше, да? Да. Пулик Чарли. Далеко. У них соплюют, два мрапа стопнули, у них нету ресурсов на переброску отделения на фарм, просто их надо выбить прямо сейчас оттуда, и все, игра заканчивается. Цирос. Нет, не Чарли. Это метку. Складного убил. Не вижу его. О, петушарни, походу, пулик. Пулик вышел. Из башни. Да. Перелет, говорят. До того лучше было с башни. Я не вижу. Я не вижу, там наши. Куда ты стреляешь, сука? Так, мы пока что работать не будем. Бил его на реке. Вы там заходите. Пулик опять работает. Контроль. Пулик подавил. Дымя с браушем. Мерс... Чарли, за забором. Еще один пулик на севере ровно. Двое браво, один пробегает. Один лежит до права. Контроли. Блять. Дымак убил, который стрелял. Да. Разменял машину. Мой снайпер зачем килл, извиняется. Бинтов нет, шинги в описи. Да, я подниму. Там медик где? Поднимич. Пулик Чарли, я его не вижу. Ранил стрелку, пулик был. Я дотек. Не убил, осток. Пиздец, он полный рост стоит. Блять, как? Как я его не убил, блять? Ралик. Может, тигр с моей напросто? Да вроде долго. Патронов мало. Ну, давай. Я по хабу встану, наш сёплю. Там должны быть патроны на новый хаб. Там раб проезжать. Надо сейчас это отговорить. 25 машин встану. Или один доедь. Угу. Я могу доехать, да. Давай. Бля, кроссовый. Тогда по ралику 40 секунд еще мне. Ебанул кот своего. Долбоеба. Пиздец, он меня убил, даже не извинился. Но я его тоже убил. И не извинился. Принял.
мы налутали патрон. 55. У нас просто реллика нет, а сопля ближайшая. Надо присыли. GG получается. А чё так легко, не понял, реально. Хоть чтобы было сложно. Ебать. Мы под достойно ребята сыграли. Да, миномет. Минометы все, блять, разъебали. Спасибо, блин. Блять, красавцы, реально. Красавцы, да. Бля, мы там зитом просто как в армии в какой-то, я не знаю. Искали патроны по всему фронту. Зит подошел к синяку, он ему поставил патроны. Зит такой: а ну я себе заберу, и убежал просто.